Всем привет, ребята! Мы на канале Лети-Ти. Ребятки, привет! Сегодня у нашего кролика Эльзы день рождения. Мы будем готовить для нее праздничный торт и подготовим для нее подарки. Так что оставайтесь с нами, будет интересно! Поехали! Ребята, смотрите, что нужно для Эльзиного торта. Бананчик, яблочко, огурчики, петрушечка, орешки, да. Грецкие. Грецкие, да. Диаш, скажи, какие орешки можно кроликам? Грецкий. Да, ребята, только грецкие орехи. А арахис нельзя. Да, кроликам можно. Единственные орешки, это грецкие. Еще смотрите, корм понадобится. Да, и еще мы приготовили корм для тортика. Да. И также мы еще приготовили такую вот розовую ленточку. Да, коробочку для тортика. Ну что, приступаем? Да. Берем вот эту коробочку. Да. Открываем ее. Это у нас основание для нашего торта. Да. Самое у нас будет основание из корма. Насыпаем вот сюда корм. Да. Вот так вот. А корм потом этот куда денем? Тоже еще насыпем. У нас будут прослойки разные. Так, насыпали корм. Дальше мы будем делать, посмотрите, что. Сейчас мы разрежем огурчики. Я вам покажу, как. И будут у нас огурчики. Это стенки тортика. Да, вот так вот. Будут стенки тортика. Итак, ребята, вот такие вот мы сделали стеночки. Ребята, первый слой у нас корм, второй слой у нас будет банан. Да. Нарезаем бананчик? Да. Давай, кружками. Ребята, смотрите, как мы нарезали. Ребяточки, и вот такими вот кружочками мы нарезали банан. Диаша, давай, делай второй слой бананом, укладывай его на корм. Вот так вот берем. Я да. Сама? Ну, ты со мной вместе. Вот так берешь просто сверху и вот так вот укладываешь. Давай. Молодец. Укладываем. Ого, какая начинка. Ну, какой-то человек у нас получился. Надо сделать его немножко таким потолще, чтобы наши стенки из огурца, у них было такое основание, за что им держаться. Следующий слой у нас будет яблочко. Вот яблочко наше. Да, нарезаем яблочко. Ребята, смотрите, какие у нас нарезки. Вот так вот мы нарезали яблочко маленькими кубиками. И сейчас будем выкладывать на банан яблочко. Выкладываем. Да! Ой, Эльза уже почувствовала и уже... Пришла. Уже хочет. Она на подходе, тортик. На да. подходе. Выкладываем, Дианочка, яблочко сверху на бананчик. Да. С такими маленькими кусочками Эльзе будет удобно такое смотри. Кушать. Да. Маленький. Малыш. Вкуснющий будет. Да. Аппетитно, да, Диаш? Аж самим хочется. Если бы не корм, так можно самим съесть. Значит, у нас три слоя уже есть. Это корм, это бананы и яблоки. Сейчас будем устанавливать огурчики по бокам. Да, главное стоит. Да, ребятки, мы немножко укоротили огурчики, сделали покороче, потому что если большой длинный огурец, то получается слишком большой торт. А так мы вот буквально из одного огурца сделали полностью вот стеночки нашего тортика. И сама порезала огурчики. Да, умница. Вот Дианочка порезала буквально немножко огурчика. Сейчас мы положим его в тортик. Давай, Дианочка, кладем тоже сверху. Давай, сверху яблочко. У нас еще будет огурчик оставшийся. И сейчас так много не выкладывать. Сейчас мы будем завязывать ленточкой. Давайте пока вот так, Диаш. Больше не будем совсем. Угу. Так, ребята, сейчас мы завязываем его ленточкой, чтобы он не развалился у нас. Ребята, мы уже сделали торт. Сейчас туда положим грецкого орешка. Да, ребятки, смотрите, вот такая у нас получилась конструкция. Вот с такой красивой ленточкой. Так, Диашка кладет грецкий орешек. Давай, Диаш, маленькими кусочками сверху. Да, помельче даже можно, это нормально. Давай еще. Так. Это вот так я буду так? Да, молодец, да, выкладывай еще вот эти орешки. Мы так мелко тоже поломали их с Дианочкой. Да. И вот сюда вот тоже выкладываем. Какой маленький. Вот какая у Эльзы будет вкусняшка. Какой тортик. Так, ребятки, сюда мы будем вставлять петрушечку. Украшаем наш тортик. Сейчас Диана тоже ставит. Давай, Диаш, какой-нибудь так, выбирай. Свечка. Да. Вот такая у меня. Угу. Давай. Пальмуха. Вот, ребята. Вот такая красота. И вот, в принципе, торт у нас почти готов. Нам осталось только сделать свечку. Свечку мы сделаем да. из огурчика, циферку 1. Эльзочке исполняется 1 годик. Свечка.
Сейчас мы сделаем циферку 1. Ребята, смотрите, какую я свечку сделала. Да, Дяшка сделала свечку из воздушного шарика и зубочистки. Да, ребята, вот такую единичку мы вырезали из огурчика. Сейчас поставим ее на тортик, и она крепится у нас будет на зубочистке. Да. Так. Я сейчас вставлю зубочистку. Угу. Ну, ребята, вот Дианочка вставляет единичку в зубочистку. Молодец. Теперь вставляй в тортик. Да. И посерединке тортика мы вставляем циферку 1. Так. Знаешь, она сюда смотрела. Свечку. И еще свечку Диана из шарика сделала. Давай. Из зубочистки. Из зубочистки, из шарика. Вот такая у нас получилась красота! Ребята, смотрите, какой у нас получился тортик. Да, ребятки, смотрите, вот такой у нас получился красивый тортик. Если вам нравится наш торт, ставьте лайки. Ребята, мы уже были в магазине и купили шарики. Да. Давай, Диаш, надуваем шарики. Ребята, смотрите, какие шарики. Давай, доставай, надувай, Диашечка. Да. Он какой красивый. Молодец, Диашка. Смотри, не лопни только. Все, мам, надула. Наш первый шарик готов? Да, вот. Угу, красивенный. Даем, Эльза? Уже смотрит, даем? Что такое. Даем? Ну, давай, давай, конечно. Эльза. Даем. Ой, как она любит шарики. Сейчас лопнет. Ребята, Эльза раньше у нас шарики их всегда катала, а теперь она пытается их сразу их лопнуть. Ничего, какой. Ой, какой шарик. Ой, Эльзе нравится, ребята. Самый лучший подарок для нее – это шарики. Ой, нравится. Розовый понравился, да, Эльзик? Вот ох, он ой, сейчас его лопнет, лопнет, лопнет. Я улетела. Эльза, подожди. Эльзик, играй, играй, маленький. Давай, давай, давай. Играй, играй, играй. Ой, сейчас кажется. Ой, сейчас кажется, лопнет, смотрите. Ой, 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 ой. Эльза, нравятся шарики? Ну, поиграй, Зойкин. Угу! Смотри, Дяшечка, не лопни, Зойчик. Эльзе понравилось Диане на платье. Она все пытается его теперь сгрызть. Грызунчик. Смотри, сколько у тебя шариков красивых. Один голубой шарик. Дяшка, ну давай, показывай ребятам, что ты нарисовала для Эльзы. Вот. Это краски. Да, Диана нарисовала красками, уже давно подготовила, да, Диаш? Покажи ребятку. Да, вот-вот. Такую вот картину Диана нарисовала для Эльзы. Эльза, посмотри, покажи Эльзе. Смотри, какая Эльза, тебе нравится? Нравится, Эльза? О. Шарики ей больше приглянулись, да? Так, ребята, торжественный момент. Угу. Дарим Эльзе тортик. День я тебя, с днем рождения тебя, с днем рождения наша Эльза, с днем рождения тебя. Нравится, Эльзочка? Так, ребятки, по-моему, Эльзе понравился наш тортик. Дяшка, смотри, смотри, садись. Ребятки, смотрите, каким она ест аппетитом. Петрушечка вкусная, да? Вкусная? Эльзенька, с днем рождения, зайенька. Так, ребята, вытаскиваем вот эту вот свечечку. А, огурчик оставь. Задула, загадала желание? Я хочу, чтобы у меня было много-много лайков. Да, ну твое желание сбудется, Эльзик. Да, ребята? Исполним желание Эльзы. Поставим ей много лайков. Ну давай, Эльза, кушай дальше тортик. Эльза! Эльза, кушай тортик. Она так увлеклась шариками. Какой тут может быть тортик, да, скажи, Эльзик? Пока если шарики не лопнут, тортик есть не буду. Да, сначала шарики будешь лопать, потом тортик есть. Ребята, сейчас мы будем делать программу для Эльзы.
Да, ребят. Такой трубы от туалетной бумаги. Да, сейчас мы сделаем вот из этой картоночки корону для нашей Эльзы. Да. Угу. Начинаем вырезать. Угу. Сначала мы разделим эту трубочку напополам, а потом вырежем корону. Ребят, смотрите, что моя мама вырезала. Да, мы сделали вот такие вот равные части. Смотрите, мы поделили вот эту картонку до середины где-то, да, на вот такие вот дольки. А теперь, смотрите, мы из них сделаем треугольнички короны. Давай. Вот смотрите, одну мы сделали уже. Да, буковка М. Ребят, смотрите, какая корона. Ребят, вот такая корона там у нас получилась. Вы можете на свое усмотрение ее украсить, разукрасить красками, фломастерами. Мы с Дяшкой пока... карандашками. Да, мы пока с Дяшечкой так наденем на Эльзу. Смотри, какая подушка. Да. Мы пока так наденем, потом Дяшка тоже разукрасит, и у нас будет нарядная корона. Ну что, давай теперь, ребята, мы хотим тортик. Распустить. Да, мы хотим тортик раскрыть. Вот, и скормить его Эльзе, потому что так она не понимает, она поела петрушку и убежала. Сейчас мы его раскроем и пригласим Эльзу я умею кушать. Да, ее позовем, может, сюда. Я умею раскрыть. Давай сначала раскроем. Ну давай. Так, Дяночка его раскрывает. Угу. Теперь огурчики вот так вот разложи по бокам. Прямо так по стороночкам, да, вот. И я думаю, что можно так ее и позвать, когда огурчики мы так снимем. О, вот. Упал. Ничего страшного. Так, и вот так можно уже ее звать. Да. Вот, ребята, совсем другое дело. Эльза поняла, что это что-то вкусненькое. Давай свечечку отсюда эту уберем. Вот так вот. Да, она надевает ей корону. Корону. Не хочет она корону. А где смущается камеры бывает у нас. Ну все. Не стесняйся, кушай. Все, камера ушла. Просто ребята тоже хотят посмотреть, как ты кушаешь тортик, который мы приготовили. Им же интересно, понравился тебе он или нет. Ну вот мы хотим показать ребяткам, чтобы они знали, что тебе понравился, что мы не зря старались. Ну что, ребятки, спасибо, что посмотрели это видео. Если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем пока, до новых встреч. Пока-пока.